представляет. Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армак, и это очередной выпуск геройских новостей. Я делал отдельно для вас спецвыпуск о турнире СНГ, делал отдельно спецвыпуск о смерти одного из игроков в Герои Меча и Магии, и по сути с этой же новости я начну еще раз. Умер довольно известный игрок Героя Меча и Магии 3 Владимир Асоргин под ником Вова или Яма Дарма. Он в последнее время, вот помнится его победа в турнире новогодний. Насчет остальных побед я не осведомлен, не могу сказать. Но участвовал во многих турнирах, играл и фановые игры. И вот вдруг его не стало. Для тех, кто хочет оказать материальную помощь его семье, а у него, напомню, осталось 8 детей, поэтому реквизиты вы видите у себя на экране. Многие из вас, ребята, откликнулись, за что вам большое спасибо, и уже оказали свою помощь. Господь все видит, поэтому вам это вернется, ребята, в жизни и не раз. Плюс от этого никто из нас не застрахован. Радует, что есть ребята, которые всегда готовы прийти на помощь. Также напомню, что Вова участвовал и в турнире 9 королевств. И одну из игр, которую я еще буду монтировать, на данный момент она еще не смонтирована, он даже комментировал свои действия. Поэтому я обязательно оставлю все его комментарии и вечная память Вове. Теперь идем далее. В турнире 9 королевств полностью выплачены все призовые игрокам, занявшими с 1 по 3 место. А в турнире СНГ чемпионом стал Fire to Sky, заняв 1 место. 2 место занял игрок из Польши Helen 117, молодой парнишка, 19 лет. И переходим с вами далее. Это турнир Only XL. Турнир, который проводится только на огромных картах. Находится все еще на этапе групповой стадии. И можете посмотреть, какая ситуация в данный момент по турниру. Вообще, по сыгранным играм небольшое затишье на портале Heroes World, потому что проходил турнир СНГ, часть игроков уехала играть туда и не могли принимать участие. И не продлить, скажем так, сроки на проведение турниров, ну, наверное, было бы неправильно. Ну и по традиции все так же прикладываются отчеты сыгранных игр, ну и каких-то обсуждений внутри турнира. В турнире благотворительный 2, который проводит Bishop, и часть призовых пойдет Бараторчу, разработчику HD мода. Также наблюдалось затишье и было сыграно не так уж и много игр. Отчеты сыгранных игр вы также видите у себя на экране. Идем далее. Один за всех и все за одного 5. Это командный турнир, где случайным образом сгенерированы команды и каждый игрок играет с игроком своего уровня, таким образом набирая баллы для своей команды, чтобы команда проходила в турнире как можно дальше. Ситуацию с турнирной таблицей вы можете также наблюдать у себя на экране по данному турниру. Но опять же, как я говорил, турниры сейчас простаивают, там играется меньше 10 партий там в каждом турнире. И то там до 10 даже не доходит, разве что в сезонных играх можно отметить. В турнире Дуэлист вот 3 игры сыграно на данный момент. Это турнир, в котором игры проводятся на шаблонах размера L. Организатор турнира Дима СКДН. Ну и все так же прилагаются отчеты по данному турниру. Идем далее. Турнир «Новичок» находится на стадии плей-офф.
в данном месяце вот сыграно порядка 5 игр всего лишь. Далее поговорим о сезонных играх или так называемой сезонке. Здесь игры играются просто на рейтинг, играть можно с кем хотите, и в конце каждого сезона, это полугодие, скажем так, подводятся итоги и выбирается победитель, тот игрок, который в рейтинге занимает в сезонном зачете максимально высокую позицию. Также можете посмотреть на отчеты о сыгранных играх.
Также по традиции можете посмотреть на рейтинг игроков. Первый столбик — это общий зачет, второй столбик — это рейтинг в текущем зачете, в текущем сезоне, извиняюсь. Как вы видите, в общем зачете Лизард все так же держит первую строчку с небольшим отрывом. На втором месте Джокер 2К, далее идет Fire to Sky, действующий чемпион СНГ. Если говорить о сезонном зачете, то первое место тоже уже довольно длительное время держит Deluxe. Дальше идет Винцерас, снова-таки Лизард и так далее. Далее мы переходим с вами к офлайн-турнирам, которые проводятся на портале heroesportal.net. Турнир Citadel of Heroes проходит, ознакомиться с ним вы можете также на портале. Нужно опять же на скорость и качество заниматься прохождением карты. Скачиваете карту к себе на компьютер, а потом сейвы, в общем-то, отсылаете судьям турнира. Также проходит общий турнир на той карте, которая указана в нем же. Ну и вообще, в данном портале вы можете найти огромное количество различных карт для прохождений, с картинками самих карт, с описаниями, все как положено. Ну и среди дуэлей открыта одна дуэль между Умаром и Апельсином. Также можете поучаствовать и здесь. У меня на этом все, ребята. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на оба канала, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в группу ВКонтакте. Если есть желание поддержать материально развитие канала, то реквизиты вы видите на экране, а также в описании под видео. У меня на этом все. С вами был Мак. Всем до новых встреч. Пока. Любите героев.